мы на месте. Мы приветствуем Инессу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она как раздваивается, у нее голограмма стоит какая-то. Хорошо, сканер, отключи эту голограмму, просканируй Инессу, отключи ее, подсвечи все чипы, датчики, импланты, конвекторы с ней связаны. Все это выводи из биополя, как выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Сейчас она вышла, настоящая, эта голограмма в клетке. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Инессы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инессы, находит все. Выстраивает голограммы прямой канал к ответственным, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Один рептилоид и 2 грея. Еще кто-то. Дальше хамелеон. Хамелеон. Джин. Джин. И инкуб. Итак, у нас рептилоид, 2 грея и голограмма. Да. Хамелеон. Какой джин? 17-25. Понятно. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Инессы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную психику болезни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько инкуб находился в этом биополе? 6 месяцев идет цифра. 6 месяцев. Сколько находился джин в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Хамелеон, сколько ты находился? 4 года. Рептилоид, 2 грея. Сколько вы находились в этом биополе? 8 месяцев. Какая цель этой подключки, этой голограммы? Создание фантома, включающего все детали строения и эмоционального реагирования, фантома, нейропсихические связи и копия голограммная, полностью совпадающая с оригиналом. Хорошо. Душу воровали, частички отщипливали? Нет. Нужна голограмма. Полностью повторяющая мимику? Нет. Тоже нет. Сканер, дай мне полноту души Инессы на настоящий момент. 100%. Как с реверсом, Вера? Реверс закончен. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Инесса забирает все чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Забираем из этой голограммы все родные энергии, весь биоматериал. Все, что на ее чистоте находится, мощным потоком пошло назад. Намного энергии тратила на эту голограмму. Готово. Начинаем с вытаскивания. Инкуб, выходи, отключайся полностью. Возвращайся назад, приступай. Накидка? Или что у него? Нет, у него какие-то подключки в животе. Вот так вот. Расскажи о своих подключках, инкуб. Они такие, как высокие плавки. Угу. Это моя территория, он говорит. Я тебе скажу со своей стороны. Я 3 раза задаю вопросы. 2 раз задаю вопрос. Что это за подключка? Не понял вопрос. Он говорит, что я пометил свою территорию. Это метка твоя была или что это было? Как ты ее перекрывал? Как действовали твои подключки, я спрашиваю? Он не понял, ты имеешь в виду на физическом теле, потому что он пометил от интерферентов. Как мужчины на нее реагировали, когда видели ее с твоими подключками? И его они видели. Они видели мужчину. Они видели мужчину инкуба. Вот это меня вопрос и интересовал. Он все снял? Да. Джин, тебе выходить не надо, втягивайся всю пыль, отключайся полностью. Какая цель твоей подключки, Джин? 1 год и 2 месяца. Бизнес. Он не знает, как тебе сказать. Прокручивает в голове варианты и видит, что они не подойдут здесь. Но если ты знаешь, что они выполнял желания. Да, и заставлял работать. Зарабатывал деньги. Ты зарабатывал. Она что делала, когда ты зарабатывал деньги? Много работала? Шевелилась. Вот. Суетилась. Вот только на этом ты и можешь заработать. Именно этот ответ я и хотел услышать. Хорошо, все снял? Да, все снял. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? В сердечной чакре? В сердце. Хорошо. Скреб на сердце. Или менял цвета, воровал. Что ты делал? Настроение менял. Инесса, вот причина смены настроения. Маленький хамелеон. Грусть в отдел. Да. Он снял. Игры, игры. Что-нибудь осталось на вашей чистоте? Посмотрите, я только голограмму вытаскивал. Да, есть в голове небольшая пластина, которая передавала ритмы и импульсы мозга в эту голограмму. Сканер, аккуратненько отключи эту пластину. Выведи ее из биополя, из головы. И отправляю в эту же клетку, где находится голограмма. Готово. Все убрали. Тогда даю команду на рассинхронизацию Инессы с рептилоидом, 2 греями и голограммой, хамелеоном, джином и инкубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Инессы. Этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Шар готов.
Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергией Несси отстегнуть каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3 удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Мой следующий вопрос. Кто из вас присутствует еще в квартире, где живет Инесса? Мы ее сегодня чистим. Джин присутствует. Еще кто? Есть плата. Грейв? Да, есть плата Грейв. Все. Инкуб, ты больше не войдешь в это биополе, тебе понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Джин, я сейчас отправляю тебя в квартиру, собираю всю свою пыль, все подключки. Я проверяю, отправляю первый раз на твою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Выстраивается прямой канал в квартиру Инессы. И Джин уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хамелеон, ты тоже больше не приходишь. Ты это понял? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Ли, я тебя прошу выйти со мной на связь. Слушай. У меня здесь рептилоид, 2 Грея. 8 месяцев сидели с голограммой. Была еще и плата в голове. Делали ее тонкую, делали ее копию. Одну из многих, которые они умеют делать. Забираем. Конструкцию забираем. Благодарю тебя. Уберем тогда платы Греев сами. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое, если было, оно проявляется. Чисто. Переходим на частоту неупокоенной бесплотной души. Есть. Есть душа? Да. Душа выходит, идет в клетку. Душа, представься, как тебе обращаться. Снимаются маски и голограммы. Неупокоенная душа предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Это мужчина. Алан. Алан. Хорошо. Алан, как долго вы находитесь в этом биополе? Около 3 дней. Вы знали, что будет открыт портал? Или что мы можем его открыть? Хотели уйти? Такие энергии были. Все правильно, все верно. Алан, у меня еще один вопрос. Как давно вы закончили свою земную жизнь? В каком возрасте? Как 5 лет. Как давно это было? По какой причине? Несколько месяцев. Он показывает взрывы какие-то, разрыв. Война? Несчастный Восток. Случай? Ближний Восток, да? Да. Понятно. И как это было пару месяцев назад, я понял, да, вы сказали? Больше. Сейчас вы решили уйти. Я не смею вас больше задерживать. Открывается светлый портал. Он показывает, что у него как контуженный он. То есть он от взрыва, он потерялся вообще во времени, в пространстве и... Тело погибло, он не понимал. И хаос вокруг, который он видел, бегущие люди. Он не знает, сколько назад это было. Все, это закончилось. Мы вас отправляем в светлый портал. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Алан идет в этот портал, его куратор встречает. Все, кто его знает по ту сторону, встречает Алана. Мы желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Встречает его? Да, он пишет, портал зашел. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали дальше. 80 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень спокойно, уверенно. Внутренняя сила у меня проснулась и дает мне это спокойствие и знание. Замечательно. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и кота. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Инессы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Инессы ты видела. На счет 3 ты стоишь перед ее входной дверью. 1, 2, 3. Ты перед входной дверью. Да, я здесь. По всему из комнаты. Пошел процесс. Клетка остановилась. Да. Кто у нас? Входи в квартиру. А здесь арахноид. Арахноид есть. Синий дракон. Синий дракон, да. Джин. Джин. И черт. А как же без него? И черт. Так, давай перед тем, как мы начнем с плат Греев. Они подсвечиваются в этой квартире. Видишь их четко и ясно? Да, они на потолке в одной из комнат. В спальне. Хорошо. В спальне открывая внизу воронку в галактическое ядро, срывая эти платы, они уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Джин свое все собрал? Джин собрал, как обещал. Джин найдет себе новое место обитания, потому что Джину нельзя больше входить в эту квартиру и в это биополе. Джин понял? Джин все понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина.
забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, все свои ловушки, все, что ты оставил в этой квартире. Ничего не забывай, возвращайся назад, приступай. А он на входной двери наплел сетку. Все проходят и туда, и назад через нее, да? И теряют свои энергии. Все понятно. Он снял сетку, и по углам у него паутины разные были. В разных местах. Арахноид, ты больше в эту квартиру не войдешь, тебе понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой у нас синий дракон? 128. Молодой синий дракон. Синий дракон, выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад. На коридор. Коридор он забрал, хорошо. Отключил. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что больше в эту квартиру никогда не придешь. Дай слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Посмотри, какой у нас черт. 5. Ты мучил кота, черт. Он говорит, что у кота больше вибраций, чем у черта. Да ты что, такой продвинутый кот. А чем же ты тогда питался? Ловушками? Установил их везде? Комочки, одеялки, сеточки? Мне нравится, что ты это знаешь. И в ловушках больше вибраций, да, он их установил. Ну, ты, наверное, должен понимать, что таки знаю что-то о твоем мире. Поэтому выходи и собирай все, что это ты оставил в этой квартире. Ничего не забывай, возвращайся назад. У него коврики возле кровати. У нас по 5 демонов каждый день. Он меня спрашивает, он удивлен. Собирай все свои коврики. Кровати ноги спускаешь, попадаешь в его коврики. Коврик, да, так и есть. Причем, когда ложишься или встаешь. Он показывает, как он их связал, эти коврики. Он сам вязал? Да, он их сам сделал. Ты посмотри, какой рукоделец-то у нас. Он все собрал. Хорошо, черт, чтобы не уходить тебе с пустыми руками, я думаю, тебе этого не хотелось бы. Пошли по квартире, показывай мне портал, я их закрываю. Потом собираю весь негатив, который здесь насобирался в этой квартире за все время, и отдаю тебе эмоциональную энергию в дорогу. Устраивает? Да. Пошли. Но он коврики заберет. Это твои артефакты можешь забрать. А здесь в коридоре, ну как за шкафом, что ли, внутри есть портал. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше в одной из спален портал под кроватью. Внизу под кроватью в этой спальне, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Это спальня, где большая кровать. Готово. Понятно. В ванной в стене есть портал. Под этой стеной внизу в ванной, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все, больше нет портала. Возвращаемся к клетке. Даю команду начать рейсы мыслей и чувств. Пошел процесс. Шары готовы. Как они выглядят? Средние. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Черт, твой шар забираешь? Забирает. Отправляю черту. Готово. Найди себе новое место обитания в эту квартиру. Я все здесь буду запечатывать. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя и став огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой тюрьмы открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. На счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота, принца. Его величество стоит перед нами. Здесь. Здравствуй, котик. Мы пришли тебе помочь. Тут тебя обижают всякие черти, да? Давай, включаем ему внутренний белый свет, и кот выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Точно так же и хозяйка может себя чистить. Техника та же. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. В макушку головы принца начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Пошел подъем. Ему очень нравится наполнение энергиями. И он дает информацию, что ему не так черт мешал, как платы. Платы от плат уже... он получал нехорошие, вибрации нехорошие. Там излучение как было. Как излучение, да. Так и есть.
Принц мы все убрали в квартире, все порталы закрыты, платы убрали. Черт сам сказал, что у тебя частота вибрации выше, чем у него. Так что, если хочешь, я могу тебе еще дать дополнительную защиту. Но в этой квартире все будет наполнено сейчас чистыми энергиями, поставлена дополнительная защита, в которую ни одна сущность не сможет войти. Хочешь получить защиту или нет? Но он хочет, он тоже хочет, чтобы у хозяйки такая защита была. Вот пусть хозяйка этим это и делает. Для структуризации энергии Земли и космоса устанавливаю в биополе принца кошачью меркабу. 1, 2, 3. Активирую ее. Ну как? Готова. Ему очень нравится это. Ты хочешь что-то хозяйке передать? Может, у тебя какие-то желания есть, какие-то пожелания? Может, тебе что-то не нравится, я все ей передам. Ему все очень нравится, и он хочет передать, что он чувствует ее любовь. Вообще наполнено. И вот это место обитания, как он говорит, его наполнено любовью, он это знает. И он это, ему это нравится. Отлично. Да. Хорошо, принц, тогда мы больше для тебя. Мы все для тебя сделали. Возвращаем котика в его систему биоробот-душа. Он синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. То есть не то, что это знает, он это чувствует, эту любовь, это дает ему силы внутренние. Ну, отлично. Что его любят. Ну, так он же принц, как его не любить? Готово. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключайся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.